Приветствую вас, Виктория. Смотрите, вы говорите о том, что у вас сильно изменился любимый человек, да? Ну, давайте зачитаю ваш вопрос. У меня сильно изменился любимый человек, стал провокатором СО, постоянно кричит, пытается унизить меня, вопреки во всем. Не очень понятно, что это значит. Как мне быть? Вот такой вопрос. Значит, смотрите, ну, во-первых, здесь я бы обратил ваше внимание на то, что вы пишете, у меня сильно изменился любимый человек. То есть вот, что значит у меня сильно изменился любимый человек? Ну, что это значит? Значит, у вас. То есть это очень похоже на такой, как бы сказать, на слияние. Очень похоже на отсутствие личных границ между вами, да, и любимым человеком. Вот. То есть, почему у вас изменился любимый человек? Ну, собственно, здесь дальше можно сказать о протесте, наверное, что молодой человек протестует, молодой человек агрессирует, молодой человек пытается отстоять свои личные границы, если у вас имеет место быть. Вот, ну, соответственно, как быть, чтобы что. То есть, вот понимаете, Виктория, вы не пишете, что вы хотите. И непонятно, ваша цель, на какая? Например, гармонизировать отношения можно, это одно. Например, разобраться в себе можно, это другое. Понимаете? То есть, вот мне кажется, как-то, что вот на это нужно обратить внимание, да? Потому что такое агрессия? Это защита. Защита нужна, когда есть угроза. Получается, молодой человек чувствует угрозу от чего-то и агрессирует. Ну, сложить здесь 22, что молодой человек чувствует угрозу и то, что он изменился у вас, ничего не стоит. По крайней мере, мне. И вот ситуация сразу вырисовывается такая. Не очень хорошая, да, не очень хорошая ситуация вырисовывается, согласен. То вы слишком вот слились, возможно, со своим мужчиной. И тут нужно отдалиться от него, не трогать его, не давить на него. Вот, и просто понаблюдать какое-то время. Вот. Параллельно разбираясь в себе и учась, возможно, по-другому вообще вести себя в плане выражения своих чувств, и в плане занятия своей позиции, в плане продвижения своей позиции в отношениях. Вот. Но вообще изменения не происходят просто так, понимаете. И сперва надо разобраться хотя бы вообще в характере ваших отношений, что вас объединяет, что вы друг другу чувствуете. Вот. И дальше уже будет все понятно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. На страничке вопроса
Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом.